Сплошь инкогнито. 11 человек изъявили желание попробовать свои силы в борьбе за пост мэра Сургута в новогодние каникулы. Все эти дни комиссия принимала документы от желающих вступить в гонку. Среди претендентов 4 женщины и 7 мужчин. Трое из них – жители Сургутского района, один – доктор экономических наук из города Советского. Всего же кандидатов уже почти 60. В понедельник документы принес 58-летний Александр Жиуров. В графе «Работа» он указал уход за престарелой мамой. Кандидатами стали 35-летний сотрудник Сургутнефтегаза Максим Дубовик, а также его коллега Осман Аушев. Заявился Алексей Медведев из компании «Югра-стройгаз» и 3 женщины, не раскрывшие своих имен. Прием заявок от желающих занять вакантное кресло главы экономической столицы Югры завершится во вторник, 12 января вечером. В конкурсную комиссию, которая проведет отбор кандидатов, от Сургута вошли Игорь Бруслиновский, Виктор Пономарев, Лариса Белоцерковцева и Галина Галямова. От правительства Югры первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, руководители окружных департаментов внутренней политики и гражданской службы Александр Скурихин и Лариса Самохвалова, а также зампред Югорской Думы Александр Сальников. Имя нового мэра города 18 января должны назвать депутаты Сургутского парламента.